пойдем нямкать. Я сейчас иду со второго дня обучения. Еще встретилась с Наташей. В общем, посидели с ней в классной кафешке сыроической. А вот вам привет от Ируши. Привет! Вот это здание. Здесь я учусь йога-терапии. Напоминаю всем, что подниматься по лестнице очень полезно. Вот здесь мы учимся. Тут очень много залов и много групп. Очень. Все уже готово. Мы с девочками только что ходили кушать сарасвати. Они вот прекрасное место. Кушают вкусные, полезные курсы. Да, в общем, пошли учиться опять. Мы пришли к Ирюше на работу. Девочки, помашите для моего инстаграма. Да, это Ира Назарова. А это Наташа. Да. Это печеньки и это чай. И себе показывай. Просто мне капец страшно. Че, у тебя есть страхи? Доброе утро. Да, меня тут раздирают. Здесь и танцы, и йога, и всякие практики, и кафешечка маленькая внизу есть. Почему мы так? Мы, короче, приехали во вкус и цвет. Это то место, но его не видно, короче, я потом его сниму, которое я хотела давно посетить, потому что я обожаю их видосы. Сегодня с утра поехать на ВДНХ погулять. Мне Ира сказала, что здесь сегодня мало народу. Сегодня еще у нас здесь снег, ну, как бы дождь. Да, там, короче, ничего не видно. Это прям башня Саурона. Наверное, не я одна так шутила. Вообще сегодня здесь все что-то перерыто, и пройти вообще никуда нельзя. Так что будем ходить там, где можно. У меня пауза. Вот тут океанариум находится, крутой. Я не знаю, идти туда или нет. С одной стороны красиво, с другой стороны лепёшки в неволе. Следующая станция — улица Академика Королёва Инженеров. Вот, справа.
пути Третьяковку. Но вообще я пришла вот сюда. Это вегетарианское кафе, мне нужно поработать, и я выбрала такое вот арт-пространство вроде как. Будем смотреть. Вот такой вход. Папа, миленько. Тут всего здесь очень много всего. Очень богатое меню, просто вообще, вообще нереально. Вот, мы сейчас кушаем. У меня было, не было до этого настроения ничего вкладывать, так что вот, наконец-то я ем нормальную еду. Да. Девочки на меня смотрят, такие, что ты делаешь там, ешь давай. Такая красота. Мы сейчас туда пойдем, наверное. Если там есть свободные места. Давно мечтала сюда попасть. Мы в планетарии. Я сейчас нахожусь в кафе вегетарианском, веганском, сыроедческом фреш. Вот, мы сейчас будем кушать на сыре после планетария. Мне очень понравилось. Правда, в конце я немножко закималила. Потому что там темно и такая атмосфера очень приятная. Да. А ты приятно? В общем, приятного нам аппетита и всем, кто ужинает. Угадайте, где я? Я опять ем. Ну как ем? Я пришла просто попить кофейку. Ну, пить кофе. Не только на самом деле. И съесть десерт. Я хотела взять пирог. Вообще это называется кафе «Авокадо», по-моему. Оно находится, не знаю где, мы просто на него забрели. Ну, естественно, в Москве, где я сейчас пока нахожусь. Но здесь очень прикольно. Снаружи кажется, что такое неприметное место, а внутри очень так вот интересно. Мы пойдем есть. Ну как, есть, общаться. То мы с Ирой так и не поболтали за все наше вот мое пребывание. Ира вот работает. А я сижу и жду десерт. Я пришла. Да, с Агатом. Приветик. Сейчас буду смотреть Агат покупать. В общем, надеюсь, что найду классное звучание. Сладкие котики лежат. Под ногами почему? Не сладкие, так какие. Ну ты, батюшки, милота какая. Thank you.
Я сейчас поеду на двухэтажном пункте. Вот приколюха. Вот так выглядит второй этаж. Короче, вот это вот высота. Никогда не летать, но окей. Доброе утро. Я проснулась, все мы ехали. Еще люди, но они уже встали, ушли. Дальше было выходить кому-то ночью, кому-то рано утром. Вот. Я вам покажу, какой поезд у меня. Какой у меня прекрасный вот. Такая красота здесь. Мы находимся на втором этаже. Этажный автобус. Идемте вниз, мы работаем. Мусорки. Мы с вами будем делать небольшой комплекс для шейного отдела позвоночника. Сядьте прямо, не облокачиваясь ни на что, вытяните позвоночник, подтяните подбородок.